Ёбаная! Итак, мы снова на связи. Сегодня 27 ноября. Мы находимся возле здания Евросоюза в городе Астана. Гражданские активисты столицы вышли призвать евродепутатов потребовать у властей Казахстана соблюдать международные обязательства в области прав человека. Активисты уже второй день подряд стоят на холоде, на морозе. Но к ним так и никто не вышел. Я записала. Как вы могли заметить, только что подходил сотрудник Акимата и сообщил о том, что данное действие незаконно, хотя... Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Политика признана стрелом. Thank you.
Я напоминаю, что здание Европарламент Евросоюза в городе Астана. Собрались около 40 гражданских активистов, которые призывают евродепутатов потребовать у властей Казахстана выполнять международные обязательства в области прав человека. Также требуют свободы политическим заключенным, требуют отменить решение по ДВК. Также требования мер китайской экспансии. Прошло уже около 40 минут, как активисты стоят в здании на холоде. Стоят активисты уже второй день, но никто не вышел на встречу. Отменить решение по ДВК! Мы прервемся на время. Скоро будем снова на связи.